Очень важно начало разговора. Начало разговора всегда должно исходить в какой-то степени от вас. Либо вы поздоровались, потому что кто начинает разговор, тот и хозяин положения. Либо это будет просто «здравствуйте», либо вы спросите, если вы сидите, и человек подошел, либо вы его спросите: «Знаете, я себе уже заказал чашечку чая, вы будете пить чай? Или вам чай или кофе приготовить? Или садитесь, вы, наверное, замерзли, хотите согреться? Можно чая, можно кофе?» А может, задержали чуть-чуть, как говорится, на 5 секунд голос, говорит: «А можно что-нибудь другое? У меня в шкафчике есть коньячок». То есть, ну, не принципиально, с чего вы начнете, но разговор должен быть очень доброжелательный, очень нейтральный, вот, в зависимости от ситуации. Не надо ничего придумывать, как говорится, сверхъестественного. Очень важно создать дружескую атмосферу и одновременно деловую. Знаете, где мы очень часто с вами страдаем? Мы с вами вот в попытке, или в страхе, или в боязни перейти к деловой части, мы очень часто зависаем, ну, скажем так, по крайней мере, я раньше очень часто зависала на разговорах обо всем. Я великолепно располагала человека к себе, я понимала, я узнавала о нем очень много всего, но я никак не могла перейти к деловой части разговора. На самом деле все оказалось гораздо проще. То есть, учитывая, что у людей колоссальная нехватка времени, и у нас тоже, можно всегда 2, 3, 4, 5 минут для того, чтобы расслабить ситуацию, расслабить человека, и чтобы он просто-напросто переключил свои мысли на, как говорится, обстановку, можно поговорить несколько минут, а потом абсолютно четко, так, как говорится, сформулировать свои мысли. Я прекрасно понимаю, что у вас нет времени, и мы сегодня с вами встретились для того, чтобы обсудить некоторые деловые вопросы. Если вы не возражаете, давайте перейдем к обсуждению. Здесь очень важен тон и очень важна не агрессивность, очень важна мягкая подача. И вы как бы спрашиваете человека его разрешение, его готовности, его согласие. И вот здесь очень важно быть, чтобы с одной стороны вы должны держать баланс, с одной стороны вы должны быть сдержанными. А если мы говорим о деле, то когда мы с вами начинаем фонтанировать, эмоционировать, и из нас вот просто вот это вот рвется, мы хотим человеку рассказать, показать, у нас результаты, ну, слюна брызжет и все, и большинство людей шарахается от такого эмоционального подхода. Не надо этого делать. А где-то надо найти ту золотую середину, когда вы говорите и эмоционально, то есть ни в коем случае не бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, зануда такая, как говорится, которая все, через 5 минут хочется повеситься и уйти. То есть должны идти эмоции, но шкала эмоциональная должна быть адекватная. Особенно адекватно, если вы встречаетесь с мужчинами. Почему, ну, если женщина с мужчинами, почему? Потому что очень часто женские эмоции, когда мы хотим достучаться до мужчины, они играют отрицательную роль. Спокойствие, сдержанность и энергичность. Но энергичность не в повышении голоса, энергичность не в махании рукой, энергичность не в давлении, а вот внутренняя энергия. То есть люди должны чувствовать тот внутренний стержень и внутреннюю энергию, которая есть у вас. Вы мне можете спросить: а если ее нет? Я вам отвечу: учитесь. Учитесь делать так, чтобы вы могли с утра зарядить себя энергией, и если вы выдыхаетесь в течение дня, ну, как подзарядка у телефона. Это вещи технические. И не думайте, что есть люди, которые, как говорится, могут 24 часа в сутки, 30 лет в подряд, как говорится, быть все время как энерджайзеры. Технология подзарядки, пожалуйста, у каждого может быть своя, но есть универсальные вещи. Поэтому не можете — учитесь. Вот. И у вас должно быть еще внутренняя вот уверенность в том, что вы человеку предлагаете. То, о чем мы с вами говорим, люди считывают. Люди считывают не то, что вы говорите, а то, что у вас внутри. Очень часто на начальном этапе мы начинаем говорить людям. Люди нас слушают,
и уходит. Ну, это бывает, как говорится, на каждом этапе, но на первом этапе, помимо всего, как говорится, всех тараканов в разных головах, существует еще очень четкое понимание. Твоя внутренняя неуверенность, она считывается. Это не страшно, потому что уверенность прибавляется, если вы не спрыгиваете с подводной лодки и не, как говорится, и не бросаете все, то уверенность прибавляется с каждым днем, с каждым месяцем, с приобретенными знаниями, с тем, что мы слышим результаты, с тем, что мы видим, что кто-то двигается, у кого-то что-то получается, кто-то растет. То есть мы видим, что этот механизм действует, мы видим, что компания не обманывает, мы видим, что результаты есть. И вот это внутреннее, хотим мы или не хотим, но даже если у нас у самих еще нет результатов, уверенность, она все равно накапливается. Поэтому, когда у вас появляется внутренний стержень и вот это внутреннее убеждение, то люди это считывают и понимают. Поэтому тоже одна из задач, которая должна стоять перед вами, это как повысить свое внутреннее убеждение, как повысить ту веру в то, что ты делаешь. Поэтому пока у вас внутренние сомнения, до тех пор у вас будут вопросы от людей, до тех пор будут возражения, потому что абсолютно четко надо понимать. Пока люди вам возражают, это значит, вы не знаете ответ на эти вопросы. И вот мы в спецназе, как говорится, говорили об этом, и я вам тоже просто рекомендую завести себе тетрадку, и все вопросы, которые вам будут задавать люди при встречах, и если вы не знаете на них ответ, вы себе записываете и ищите ответ. Как только вы найдете ответ, который вас будет удовлетворять, и может быть не один, не два и не три ответа на этот, на один и тот же вопрос вы сможете найти, как только он станет вас удовлетворять, либо вообще отпадут эти вопросы, потому что у вас внутри будет уверенность, либо даже если будет такой вопрос, то вы будете знать самый оптимальный ответ, который удовлетворяет вас. Ну и следующий момент, который, на мой взгляд, конечно, тоже очень важен, это нужно понимать, что есть разница в восприятии информации. Вот мужчина, он слушает внимательно не более 10-15 секунд. А потом он начинает думать либо о своем, либо он начинает вас оценивать, если вы женщина, то он начинает вас оценивать как женщину. Если мужчина, то он начинает, как говорится, думать о том, как ему что-нибудь возразить или добавить. Поэтому сразу надо понимать, с мужчинами надо учиться разговаривать коротко, четко и продуктивно. Эмоции в сторону. Второй момент. Вот это тоже очень интересная статистика, которую я когда-то прочла и была поражена. Обычно человек слышит и понимает намного меньше, чем хочет показать. Поэтому, чем проще вы будете говорить, чем четче вы будете давать информацию простым языком, тем лучше. Потому что многие люди стесняются сказать, что я не знаю, что это такое, я не понял, о чем вы говорите, вообще непонятно. Особенно, когда мы начинаем словечки ультрамембранной фильтрации, там пептиды там, и так далее, то половина людей вообще об этом не слышали, они сразу угасают. Кто-то слышал, но все равно не состыковывается. Поэтому чем проще, тем лучше. Теперь смотрите, из того, что вы говорите, только 70% людей, только 70% воспринимается информация. То есть 30% пролетает сразу же мимо ушей. Человек отвлекся, человек куда-то посмотрел, пришла какая-то своя мысль. То есть поэтому тоже не надейтесь, что все услышали. А понимает из того, что ему сказали, только 60%. А вот дальше посмотрите, запоминает от 10 до 25%, если человек внимательно вас слушал. Почему иногда мы повторяем и повторяем одно и то же, но разными словами? Почему мы всегда говорим, девочки, вы знаете, что психологи сказали, именно слушает внимательно мужчина 10-15 секунд.
он улавливает сразу 2-3 слова, быстро делает вывод, почему я и сказала, с ними мало и четко, а потом отвлекается. Поэтому все, что вам надо сказать мужчине, это должно быть несколько ключевых фраз. Либо вы можете, знаете, так называется, проговорить, создать фон эмоциональный, а потом сказать: «Вань, а вот теперь знаешь, послушай меня внимательно. Я бы хотела, чтобы ты…» и дальше произнести свои ключевые несколько слов. И все. Поэтому по статистике секунд или минут вопрос не ко мне, вопрос к секундам. Да, Леночка, может быть, мужчины уже не слушают вебинар, и это тоже может быть. Они его просто записывают, а потом будут прослушивать дальше. Следующий момент. Значит, мы уже чуть-чуть коснулись этого, но обратите внимание, это важно и для беседы с дистрибьюторами, и для беседы с домашними. Человек склонен пропускать мимо ушей те сообщения, к характеру которых он привык. Почему мы иногда часто говорим детям: «Я тебе говорю-говорю, а ты меня не слышишь», или мужу: «Я тебе говорю-говорю, а ты, как говорится, а ты меня не слышишь». Поэтому, если вы хотите, чтобы вас человек услышал, можно одну и ту же информацию, если вы хотите ее донести, подавайте через разные сигнальные системы. Что-то через слова, что-то через письменную, как говорится, через записи, что-то через видео, что-то через аудио. Это работает лучше, раз. И вторых, меняйте интонации. Когда вы все время говорите в одной и той же интонации, даже если вам кажется, что вы говорите по-разному, обращайте на это внимание. Мы очень часто одну и ту же информацию, особенно в домашних условиях, автоматически после первой фразы перескакиваем на один и тот же тембр, на одни и те же слова. Поэтому качество речи влияет очень большое, влияет на восприятие речи. Ну, давно известно, что краткость сестра не только таланта, но и взаимопонимания. Поэтому, если это не учебный вебинар, когда надо подать большой объем информации, который вы потом просеете, если это не тренинг, где вы даете уже целенаправленную информацию, то есть есть целевая аудитория, которая приходит именно за информацией, то если мы хотим, чтобы собеседник нас понял, никогда не произносите длинных фраз. Тоже очень интересная информация была о том, что половина нормальных взрослых людей, не умственно отсталых, не ограниченных, а именно нормальных взрослых людей в состоянии понять фразу, то есть они могут понять фразу, содержащую более 13 слов. Половина этого уже не понимает. И когда они уже слушают там последующие слова, то они вообще начисто забывают его начало. Поэтому очень важно научиться говорить не длинными фразами, а научиться говорить либо короткими фразами, либо научиться говорить с перерывами. То есть так, чтобы человек смог освоить часть фразы, потом вторую часть фразы, ну и желательно, чтобы вместо третьей части фразы, то уже была бы новая фраза. И еще, очень важно, если вы говорите без паузы больше, чем 5-6 секунд, то вы говорите впустую. Это нам кажется, что мы говорим медленно или толково. Очень часто люди говорят как тараторки. Им хочется, когда они говорят человеку информацию о трансфер-факторе или о возможностях бизнеса, вложить как можно больше информации за одно короткое время в надежде, что человек это все услышит. Человек отключается буквально через несколько секунд, потому что он не успевает усвоить, и человек дальше разговаривает сам с собой. Следующий момент, который очень важен, это владение голосом. Мы уже с вами говорили, что люди откликаются на вибрации нашего тела, на вибрации наших глаз, а точно так же очень важно голосовые вибрации и смысловые.
Голосовые вибрации – это тембр голоса, это громкость голоса, это наша скорость речи. И поэтому тоже очень важно либо уметь подстраиваться под людей, под человека, и есть определенные технологии, которые позволяют подстраиваться, либо выбрать более-менее среднестатистический темп речи, громкость голоса и говорить и не громко, и не тихо, а золотая серединка. Потому что когда вы говорите очень громко, то это это особенно если люди с музыкальным слухом или люди чувствительные к вибрациям, это вызывает раздражение и хочется либо отодвинуться самому, либо отодвинуть человека, либо закрыть разговор, либо понизить тембр голоса, громкость у человека, как у радио взять и чуть-чуть выключить. Так надо, как говорится, чтобы не ждать, когда человек вас выключит, а самому научиться снижать свою громкость или увеличивать свою громкость. А плюс желательно, чтобы речь была четкая, понятная и ясная. И в отношении вибраций тембра голоса. Значит, обратите внимание, мужской голос в бизнесе вызывает больше доверия. Поэтому мужчины – это ваша сильная сторона. Особенно если голос сильный, глубокий, это на подсознании уверенность и надежность. А вот у женщин немного сложнее. Почему? Потому что в воспитании женщин очень часто говорит, ты должна быть женственной, ты должна быть мягкой, у тебя должен быть нежный голос, у тебя вот, все манеры твои должны быть женственные и так далее. С одной стороны. Что такое мягкость, что такое нежность, что такое женственность? Вот, это явно не бизнес. И поэтому здесь надо понимать, что перед женщиной стоят еще более сложные задачи, потому что женщина очень многогранная в жизни. Она должна быть и нежной, и женственной по своим любимым, она должна быть ласковой и теплой в семье, она должна быть и так в разных ситуациях разная, но если мы говорим о бизнесе, то у нее не должен ни жеманный голос, ни такой мягкий женственный голос, ни вот роль, как я иногда наблюдаю, когда взрослые женщины играют роль такой вот беззащитной женщины, такого вот ребенка воздушного, такого эмоционального, такого беззащитного. Ребят, если мы хотим, чтобы за вами шли люди, которые бы видели в вас лидера, которые бы видели в вас не женщину-мужчину, а именно человека, который знает, что делает, который знает, что он предлагает, который дает определенную гарантию в этом бизнесе, в этой жизни, то, соответственно, и голос должен быть человека, который внутренне уверен, который это делает. Поэтому тоже посмотрите, когда вы говорите, то какую роль вы играете. Поэтому у женщин бывают очень часто высокие голоса, писклявые голоса, какие-то такие вот тоненькие. И они в это, а иногда специально так делают. Понаблюдайте за этим, потому что есть упражнения, если сегодня мы дойдем до них, я скажу, а если нет, то ну что делать? Значит, так научитесь, когда вы говорите о бизнесе или когда вы говорите с партнерами, разговаривать более низким голосом, чем он есть у вас. И одно дело, если вы будете говорить тоненьким голосочком, и другое дело, если вы будете говорить более низким голосом, потому что более низкий тембр – это большая уверенность, большая значимость. И я согласна с Аллой Алексеевной, что надо уметь разговаривать в разных ролях по-разному. Так же, как у нас в разных ролях разное выражение лица. И обратите внимание еще на свой лексикон. Очень часто неуверенного человека выделяют фразы. Вы знаете, они очень часто просто извиняются. Извините, пожалуйста, я бы не хотела вас перебивать, но у меня есть предложение. Или, вы знаете, я, к сожалению, не разбираюсь в этом хорошо, но вот мне сказали. И вы знаете, я не специалист, конечно, но мне кажется, что... То есть вот как бы у человека все время он извиняется, все время он просит
он вот как бы прогибается, он просит. А опять-таки, если мы говорим, что вы пришли для беседы с человеком, которому вы хотите предложить партнерские отношения, или если вы хотите, чтобы он услышал вас о возможностях в использовании продукции для оздоровления, а это все равно партнерские отношения, то и голос должен быть эксперта, спокойный, уверенный. А особенно еще, когда люди сами берут и говорят о том, что, ну, вы знаете, вот давайте вот мы сделаем то-то, 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 и здесь же критикуют себя. Вы знаете, может быть, ничего не получится. Вы знаете, я сама еще не знаю, получится у меня или нет, но тем не менее. Значит, что делала я в свое время, когда начала учиться говорить? Я записывала себя везде и всюду. Я записывала себя, когда вела презентацию, когда вела учебу, когда дома наговаривала просто на диктофон, читала свои презентации, я их писала всегда сначала, потом читала, просто наговаривала. Я ставила диктофончик потихонечку, когда разговаривала со своими детьми, когда принимала клиентов. То есть у меня были аудиозаписи, я вам честно хочу сказать, первое состояние, это было шока, просто ужаса. Больший ужас у меня был только когда я потом себя увидела на видео. Но это позволяло следить и за речью, и огромное количество слов, которые такие паразиты были, пришлось удалять из своей речи. Я до сих пор прослушиваю свои вебинары, где я сказала не так, где косноязычно, где можно было бы сказать по-другому, где я вдруг начала пищать, как бы неосознанно, а почему-то начала волноваться и начала говорить высоким голосом. Кстати, на это тоже обратите внимание. Когда вы волнуетесь, вы очень часто начинаете говорить высоким голосом. Словили себя на это, сказали, подождите, ребят, сейчас я выпью глоточек воды, или не сказали, просто взяли чашечку, выпили глоток воды и понизили свой тембр голоса. Понизили свой тембр голоса, вы автоматически успокоитесь. Это две вещи, связаны между собой. Следующий момент, что мне кажется очень-очень важным, это научиться говорить от сердца к сердцу. Я считаю, что если вы научитесь этому, или если вас Бог наградил этой способностью, все остальное – это такие мелочи по сравнению с этим. Потому что это самый сильный момент, располагающий людей к вам. И это, наверное, самый результативный момент. Потому что что такое, ну, в моем понятии, разговор от сердца к сердцу? Вам нужно понять, вот помните, мы говорили, смотрите на ситуацию глазами человека. Помните, что вы пришли сюда, вам этот человек нужен. Да, вы тоже ему нужны, но в первую очередь вам нужен этот человек, это индивидуальность. Этот человек, которому вы хотите сейчас предложить нечто ценное, которое что-то есть у вас, и вы хотите помочь этому человеку по жизни. То есть если у вас изначально это будет, то все дальше будет получаться само собой. И очень важно, когда вы будете задавать вопросы, когда вы будете говорить с человеком, и когда вы будете задавать ему открывающие вопросы, то очень важно понять, чем человек живет сегодня, что его волнует. Понимаете, стоит задача, еще раз я повторюсь, но я еще раз скажу, не втюхать, как говорит молодняк, человеку продукт. Ни человеку не навешать лапшу и бантики завязать, как это классно, как это здорово, гей-гей, давай вместе с нами вперед. Если вы поймете, чем человек живет сейчас, что важно ему сейчас в жизни, что его сейчас беспокоит, что его радует, что согревает его душу, его сердце, вы тогда будете знать, что вы можете предложить человеку. Чем вы ему можете помочь, чтобы решить его задачу? Почему важно слушать? Почему важно слышать? Почему важно задавать вопросы открывающие? Для того, чтобы все вот это услышать, почувствовать,
увидеть и посмотреть, чем вы можете в рамках нашего проекта ему помочь. Или даже не в рамках нашего проекта, а из своего жизненного опыта, из своих знакомств, из своих каких-то знаний. То есть подсказать человеку, если он захочет принять от вас эту подсказку и это решение. Вот это с вами очень важно. Понимаете, вот когда вы, человек будет чувствовать, что вы слышите, понимаете его, сочувствуете, принимаете его проблему и искренне хотите помочь, он ваш. Будет он с вами партнером, не будет он с вами партнером, это не играет никакой абсолютно роли, потому что жизнь очень длинная. Сегодня он с вами, завтра нет. Сегодня он не с вами, завтра он с вами. Ситуация изменилась, но подсознание человека, его память, его мозги, они вспомнят абсолютно. Это записано всегда. И проходит иногда много-много лет, и ты встречаешься с человеком, и он говорит: вы знаете что, вот мы тогда с вами встретились, и дальше что-то изменилось в его жизни. И человека потом изменилась ситуация, он вспомнил, и он пришел к себе опять. Почему? Потому что ты не залез на его территорию, ты не разрушил его забор. Вы поговорили с человеком, вы обменялись информацией, у человека осталось либо то, что ему было ценное из вашего разговора, и он ушел, да, может быть, он ушел в свой дом, но он унес с собой информацию и память. И на следующий раз вам будет гораздо легче открыть эту дверь и гораздо легче гораздо легче работать с ним. В отношении и найдет еще одну жилетку. Альфия, знаешь, я хочу сказать, профессионализм заключается в том, чтобы не дать человеку размазывать сопли по твоему плечу, а для того, чтобы понять, что у человека. Ведь особенно это и врачи, и педагоги это умеют. Слушая человека, выводить его вопросами на продуктивный разговор. Я хорошо, что ты написала этот вопрос. Я бы тогда хотела вам это просто еще раз подчеркнуть. Друзья мои, вы не должны быть плакательной жилеткой, куда вытираются сопли и куда сливается весь негатив от жизни. Умение задавать правильные вопросы, умение задавать так, чтобы человек раскрылся с одной стороны, но с другой стороны не плакал, не сопли размывал. Это профессионализм. И вопрос не в том, чтобы решать за него его проблемы, а вопрос в том, чтобы показать, как с помощью того, что у вас есть, он может решить свои проблемы. И дальше у него будет выбор его. Поэтому, извини меня, ты не за него должна лечиться, ты не за него должна делать зарядку, ты не за него должна менять свой стиль жизни, ты не за него должна работать. Но ты можешь показать путь, по которому он может пройти. То же самое, что делаю я с вами. Я ведь не работаю вместо вас. Все вы работаете каждый за себя и каждый для себя. Но я делюсь с вами тем, что есть у меня. Я делюсь с вами той информацией, которая есть у меня. Я вам рассказываю, как я прошла свой путь. Я вам показываю, какие методы вы можете использовать. А дело ваше – использовать, не использовать, применять, не принимать. Не применять. И вопрос, переживаю ли я по поводу того, что используете вы это или нет. Нет, не переживаю. Я другое смотрю, ведь то, что я, допустим, даю, дает кому-то результат, значит, я правильно делаю. Если не дает результат, то я просто-напросто как бы корректирую то, что я делаю, то, что я делюсь и так далее, и так далее. Поэтому разделить в своих головах, делать за человека и показать путь, которым он может, или те методики, которые он может использовать для решения своей задачи, своей проблемы. Чтобы найти болевую зону человека, то знаете, что я подразумеваю? Я иногда произношу «найти болевую точку», «найти болевую зону человека». Вот когда мы человека слушаем, задаем ему вопросы и слушаем его, то некоторые вещи человек
говорит долго, нудно, занудно, и видно, что, ну, а, кстати, меня врачи очень хорошо поймут. Человек приходит и начинает рассказывать, как он уже 33 года и 3 месяца болеет, болеет, болеет. И это вот он так вот как по кругу говорил. Он вчера говорил об этом, позавчера говорил об этом, 33-му врачу говорит об этом. То есть по одной или подружке встречаются и жалуются о том, какой у нее муж, как вот он пьет, как он бьет, как он домой деньги не несет, и все одно и то же, одно и то же. Но на самом деле есть какая-то болевая точка, которая для этого человека является значимой. Если вы ее нащупаете, а это можно только в разговоре, только в общении, наблюдая за человеком, то это точка, из-за которой человек может подняться с колен, из-за которой он может мобилизоваться и начать двигаться. Я всегда говорю, я знаю свою болевую точку, я ее всегда произношу. И здесь я недавно нашла, когда вот участвовала в расстановках у Владимира Инжира, в расстановках по Хеллингеру, я нашла у себя еще одну точку, которая, оказывается, меня заставляла двигаться по жизни. Одна точка – это у меня мои дети, потому что я знаю, что я для них, как говорится, не с точки зрения, что я для них сделаю, а вот для того, чтобы они видели алгоритм жизни, для того, чтобы они видели, как можно делать свою жизнь, как можно менять свою жизнь, я это делаю, как говорится, для них. Вот, и из-за них. И второй момент, я вдруг увидела, что у меня была болевая точка. Почему говорю «была»? Потому что я, когда я ее осознала, то я освободилась. Мне очень важно было в жизни похвала мамы. Мне очень важно было, чтобы она заметила, что я хорошая, что я все это делаю. А у нас так сложилось, что в семье был более любимым, как бы, мой младший брат. И все, что делал младший брат, это всегда все отмечалось, хвалилось и замечательно, forever. А вот, а когда я что-то делала, то это было как бы само собой разумеющееся. И мне было очень важно, чтобы она похвалила. И вдруг я увидела, вот потом ретроспективно, когда посмотрела на свою жизнь, вот уже многолетнюю, то я увидела, что многие вещи я делала ради этого. Я, конечно, благодарна сейчас, потому что это тоже меня продвинуло очень во многих вещах, но когда и тогда через эти вещи на меня можно было очень как бы хорошо двигать мной и в какой-то степени манипулировать, а в какой-то степени, если бы я, например, когда я выдыхалась и когда у меня снижалась, как говорится, мотивация к действиям, то мне было достаточно, как говорится, хотя бы любого ролика, любого фильма, любой фразы, любой книги, где было бы что-то о детях и о роли родителей. То есть все равно у меня пусковых крючков, которые меня заставляли, как говорится, дальше это, вдохнуть, подтянуться и идти дальше, было очень много. Поэтому если бы, допустим, кто-то со мной беседовал и нащупал, что у меня именно эта болевая точка, то меня бы очень легко было мотивировать делать, как говорится, развивающее, что-то делать именно детьми. Ну, по маме я только потом поняла, вот сейчас, а так вообще мотивационная точка дети. Поэтому у каждого человека есть своя болевая зона, у каждого человека есть своя точка, которая заставляет его двигаться через «не могу». Вот если вы и через «не могу», и через «не хочу». Вот если найти у себя такую точку, или найти у другого такую точку, то вы сможете поддерживать человека. И вы сможете, зная, что заставляет двигаться человека вперед, вы можете, даже когда у человека складываются лапки, все равно сказать: «Ты знаешь, я понимаю, что тебе очень трудно. Но ведь ты стержень всей своей семьи. Если не ты, то скажи, пожалуйста, ну кто еще сможет это сделать?» Понимаешь, все можно. Можно сдаться, можно сложить руки, можно сказать: «Больше не хочу». Скажи, пожалуйста, что изменится? Кто сможет помочь твоей маме? Кто сможет помочь твоему сыну? Кто сможет, в конце концов, просто-напросто создать нормальную жизнь для твоей жены? Понимаете? То есть вещи, которые это эмоциональные, это чувства. Но если вы увидите этот момент, если вы почувствуете, что для человека важно, и если вы не будете давить, а будете просто говорить, тембр голоса, слова,
глаза, интонации, то вы можете дать человеку очень большую силу. И вот это тоже очень важно, чтобы вас люди слышали. Поэтому, я посмотрела, как много времени. Значит, так, сейчас я тогда, знаете, сейчас я пропущу какие-то моменты. Это мы тоже где-то потом разберем с вами. И это потом. С точки зрения бизнеса очень важно умение подстройки. Это мы с вами знаем, что есть такое понятие ниши, целевая аудитория. И когда мы с вами работаем, то у нас тоже должны быть определенные заготовки, либо в мозгах, либо на бумаге, по вопросам нишевания. И ниши бывают разные и по возрасту, и по социальному статусу, и по состоянию здоровья, здоровые, больные, и профессиональные ниши, и спортсмены, и по полу женщины, мужчины, и по приходу к нам в компанию, это по продукции, и по бизнесу. И по большому счету у вас для каждой ниши должны быть свои вопросы, у вас должна быть своя информация, свои слова и свои подстройки. Поэтому у вас может быть и индивидуальная подборка, подготовка обязательно должна быть. На протяжении всех лет, что вы будете в бизнесе, вы все равно будете, даже если вы станете профи, вы все равно будете готовиться. И до сегодняшний день, если я знаю четко, в какую аудиторию я иду или с кем я буду говорить, то у меня всегда перед встречей идет тоже сборка. Я всегда собираю свои мозги в этом направлении. И у меня всегда есть материал, который скопленный у меня. И у меня есть, я продумываю, и какие у меня могут быть ко мне вопросы, и что я отвечу, и какую тактику с человеком выбрать. Другой момент, что вы можете прийти, и человек вам, как говорится, все ваши стереотипы разобьет, всю вашу подготовку разобьет, потому что он окажется совсем не таким, как вы придумали себе. Но, тем не менее, это гибкость, и поэтому, кажется, когда у вас есть много разных наработок и много разных, как бы, кубиков, то вы можете очень быстро сконструировать то, что вам нужно. Значит, обратите еще внимание, что важно, когда у вас идет встреча, то на протяжении встречи обязательно периодически проводить, периодически как бы подводить итоги. Вы какую-то часть проговорили, и я обычно работаю с людьми, у меня всегда есть листочек или записная книжка возле меня. Я не надеюсь на свою память, она у меня уже она осталась у меня девичьей, и поэтому я себе всегда фиксирую имя, фамилию. Если человек что-то рассказывает, я как-то записываю какие-то ключевые моменты. Если я что-то хочу сказать, но не могу сейчас перебить человека, я себе какой-нибудь тоже значочек пишу. Вот. И на каком-то этапе, как только я чувствую, что я сейчас буду переходить к другому блоку, я обязательно говорю, допустим, Иван, вот давай сейчас подведем итог. Вот скажи, вот смотри, правильно ли я тебя поняла? Вот тебя сейчас волнует то-то, то-то, то-то и то-то. И у меня перед глазами есть, что записано. Человек говорит да или нет, это дальше уже, как говорится, следующий этап. То есть я зафиксировала вот это вот вешечка, флажочек, фиксация того, что человек сказал. То есть вы повторяете то, что вы услышали. А потом переходите к следующему блоку. Но ты знаешь, если я, раз я тебя правильно поняла, то, по всей видимости, тебя это волнует. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И вы начинаете следующий блок. Закончили следующий блок разговора, вы подвели опять. Вот давай, чтобы я ничего не потеряла из виду, вот правильно ли я тебя поняла? И раз-раз-раз-раз подвели итог. И вам легче, и человеку легче. И это, кстати, ответ, Альфия, тебе. Ты начинаешь вести беседу в том направлении, которое тебе нужно. Вот это тоже искусство. Продвигаться в том направлении, куда тебе нужно. У вас на вооружении обязательно должны быть какие-нибудь цитаты, афоризмы, анекдоты. Вот, к сожалению, например, для меня это почти нереально. Я не умею рассказывать анекдоты. Я забываю цитаты, я не помню афоризмы.
У меня в каждой записной книжечке есть несколько штук. Я их периодически, как говорится, когда иду на встречу, я прочитываю, потому что, чтобы, ну, если вдруг что к месту использовать. И тут же забываю, но кто-то из вас, у кого есть умение рассказывать анекдоты или более цепкая память, пользуйтесь этим, потому что это очень хорошо, особенно когда афоризмы или цитаты известные. Почему? Потому что если человек начинает получать подтверждение то, что уже давно генетически у него в голове есть, то вы становитесь как бы родными и близкими, вы свой. И плюс у вас обязательно должны быть примеры, отзывы и истории. А истории – это двигающая сила нашего взаимопонимания с людьми. И есть прекрасных два вебинара, которые проводила Марина Ушенина, по умению создавать истории, умению использовать истории. Поэтому посмотрите и обратите внимание на эти два вебинара, найдите в группе «Успех». По-моему, есть ссылочки на ее вебинары, потому что именно истории очень часто открывают сердца людей. И те, вот, кто зарегистрирован в группе «Успех», вы знаете, что там периодически люди делятся своими результатами, и я думаю, вы согласитесь, что этим результатом, когда ты видишь, что человек добровольно написал, добровольно поделился, между делом что-то, как говорится, посоветовал, рассказал, они вызывают очень глубокий внутренний отклик. То есть ты понимаешь, что это не великий там теоретик, который рассказывает о теоретической базе, а это реальный человек, который получил реальный результат. Почему мы так трепетно относимся к нашим результатам? Потому что это двигающая сила. Ну и напоследок, потому что ну очень уже мы с вами затянули, я вам скажу несколько вот фраз, может быть кто-то запишет из вас, а если у Юры Бушуева будет, будет снято, то вы сможете и прочитать. Вот надо научиться не просто рубить фразы, а есть фразы, как есть так называемые фразы-связки. Я на школе Латанского услышала очень хорошее выражение «словесный пух», то есть слова, которые смягчают ваше предложение, слова, которые смягчают, даже если у вас какие-то неправильные модуляции голоса, если вы резкий, если вы агрессивный, если вы авторитарный человек, то все равно есть связочки, которые смягчают это. Представьте себе. Представьте себе, что было бы, если бы, если бы вы были здоровы. Представьте себе, если бы вы были богаты. А представьте себе, что было бы, если бы вы смогли всю свою семью вывести на месяц на отдых на море, как в былые советские времена, когда всех своих детей вывозили на месяц на море. Представьте себе. А вы помните, когда вы впервые услышали информацию о том, что возможно создать свой бизнес? Вы же прекрасно понимаете. Вы умный человек и понимаете, что не заботиться о своем здоровье – это просто преступление. То есть, ну, как бы продолжение вы можете придумывать дальше свои. Вы, вероятно, знаете, что такие неординарные люди, как вы, не могут не оценить эту индустриальную модель. Как вы думаете? Позвольте или разрешите мне спросить вас. Вот подходит по пенсия, если не секрет, какая пенсия будет у вас? Здесь, позвольте мне спросить. Правильно ли я вас поняла? По сути, вы говорите мне, что на сегодняшний день у вас доход составляет всего лишь 20 тысяч рублей. Извините, разрешите мне спросить, а какова пенсия будет у вас? Подождали ответ. Если не секрет, а что вы собираетесь делать потом, когда выйдете на пенсию? Чувствуете мягкий голос, спокойные, нормальные человеческие слова. Но бам, и вы поставили перед человеком проблему. Что он будет делать, когда если у него зарплата 20 тысяч, то явно у него пенсия будет там в районе ну, 5, 6, 10 тысяч рублей, я уж не знаю, сколько там будет. Но на эти деньги реально не прожить. Если вы это будете говорить агрессивным голосом, человек будет защищаться.
Если вы это называете с удивлением и со словесным пухом, то, глядишь, человек и задумается, что он будет делать. Я понимаю, что вы хотите, чтобы ваши дети жили лучше. Я понимаю, что вы хотите, чтобы действительно было свободное время, у вас колоссальный перегруз. Давайте подумаем вместе, что мы сможем сделать и чем я вам могу помочь. Вот если вы не возражаете, давайте мы сейчас с вами подведем черту, и я вам расскажу, вот какое предложение есть у меня и какие возможности я вам могу предложить. Может быть, вам это подойдет. Или я думаю, что вам это подойдет. То есть дальше вы уже будете разворачивать. Или человек вам возражает. Вы можете говорить, ты дурак, тупой и так далее, а можете сказать, хорошо, я с вами согласен. Но а что вы предлагаете на сегодняшний момент? Вот какой другой выход, кроме сетевой индустрии, вы сегодня видите для решения финансовых проблем? Вопрос. Как вы предлагаете решать этот вопрос? Или как вы предполагаете решать этот вопрос? Вот сейчас я сказала жестким голосом, вот, а на самом деле как бы все равно мягче. Давайте вместе начнем. Шаг за шагом. Или когда вы думаете об этой проблеме, то что вы чувствуете? Когда вы думаете о безысходности своего заболевания, то что вы чувствуете? Хорошо. Когда вы думаете о пенсии, то что вы чувствуете? Или когда вы думаете о том, что годы проходят, время летит безумно быстро, требования на работе возрастают, денег нет, что вы чувствуете тогда? Вот этот вопрос, что вы чувствуете? Ну и так далее. Серия вопросов. Вы видите как? Вы будете себя чувствовать лучше, комфортнее. То есть вы можете просто подобрать свои слова, свои связки, которые бы заставляли человека не закрывать дверь перед вами, а наоборот, открыть и задуматься. Ведь первые встречи очень часто они существуют для того, чтобы человек начал задумываться, для чего, почему это так важно для него сейчас, как жизнь его изменится от того, что вы его предлагаете. Вот, иногда можно задать, когда вам человек, там, как говорится, выступает все время, это нет, и это не так, и это не то. Юр, если не секрет, что ты на самом деле хочешь? И пусть человек отвечает. Если, опять-таки, если у вас было нормальное, если вы нормально построили беседу, если вы нормально с ним говорили, общались и вызвали доверие, и ваш голос не скрипучий, не противный, не крикливый и не давящий, и вы не суетитесь и не торопитесь, человек просто-напросто ответит вам. И вы начнете говорить, и вы начнете думать. И, может быть, вы отпустите человека думать, и человек будет думать. Другое дело, что не отпускайте его очень далеко и очень надолго, все-таки попробуйте встретиться.